Всем привет! С вами Ультра, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И в этом эпизоде я покажу вам, как построить ферму пауков. Нам потребуется данж, несколько факелов, ну и собственные инструменты для копания. Итак, что мы делаем? Сначала, найдя данж, мы его расширяем. Копаем 9 блоков вниз от спаунера. То есть спаунер у нас стоял на полу, получится, что он висит на 9 блоках от пола. Дальше делаем вот такую вешалку. То есть спаунер должен не висеть в воздухе, потому что пауки будут на нем скапливаться, а вот так вот. Он должен как будто быть прикрепленным этой штукой к потолку. Дальше. Вот эта вот куча пауков спаунится достаточно быстро. Вот еще партия. И теперь находим место, где у нас центр. То есть это получается точно под спаунером, каким бы данж кривым ни был. И вот такой тоннель копаем от стены до стены. Пауки нас дамагнуть не могут, а мы их спокойно месим. Далее. Нам понадобятся лестницы для того, чтобы сделать выход на поверхность. Копаем 3 блока от любой стены к тоннелю. И дальше выкапываем выход наверх. Выбираемся, обустраиваем выход. Я его просто помечу. Я бы даже подсветил. Можно также подсветить себе в этом тоннеле. Освещение снизу на частоту спауна пауков не влияет. Дальше. Я отключу креатив мод. Паучье дохнет невообразимыми темпами. С одного удара, может быть, не получится убить, но с двух точно. Поскольку пауки огребают еще при падении. Но вот проблема. Некоторый лут невозможно будет собрать. Тогда что мы делаем? Копаем от противоположной стены один блок. Все. Система готова. Главное, когда пауки будут падать, не успеть оттуда убраться. Ферма опыта живет и здравствует. В принципе, тут еще можно нагрести некоторое количество руды. Вот этого я и боялся, кстати. А если мы заходим в тоннельчик, пауки нас дамагнуть не могут, как бы ни старались. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи!